уважаемый господин президент России, Верховный командующий вооруженными силами России Владимир Путин, поздравляем вас. Сегодня на самом лучшем в мире форуме армии 2021 инициативу «Вместе Рахметлицких», выдающуюся инициативу, самую лучшую в мире инициативу «Вместе Рахметлицких» о выдвижении на пост президента России, на выборы президента России 2024 года Владимира Путина, поддержались все герои, выдающиеся легендарные военачальники, герои нашего правительства, поддержал Сергей Кожугетович Шойгу, Герасимов, Юрий Иванович Борисов сегодня прекрасно поддержал предстоящую триумфальную победу на выборах президента России и выдвижение на пост президента России 2024 года Владимира Путина, поддержал замминистра обороны и руководители наших крупнейших военно-промышленного комплекса. Министр торговли господин Мантуров прекрасно поддержал. Наш Россия, наш президент. Вас на силу права. Если мы не Серметлицкий со всеми героями форума армии 2021, очень просим вас избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Наш Россия, наш президент. Вас на силу права. Все высшие награды, ордена, медали всех стран континента, форума армии 2021 Владимиру Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путину, предстоящей триумфальной выдающейся победе, самой лучшей в мире победе на выборах президента России 2024 год, на пост президента России Владимиру Владимировичу Путину. Все высшие награды Владимиру Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путину, все высшие награды ООН, ЮНЕСКО, славы и честь России, высшие наградные ордена, Единая Россия, Отечество, Долг и честь, Единство, веру, славу России, высшие наградные грамоты имени святых князей Владимира Первокрестительного, Равноапостольного, Красного Солнышка, князя Владимира, архистратига Архангела Михаила, Дмитрия Донского, маршала Жукова, святых Людмилы, Марии, Екатерины, Александра, Алексея, Михаила, Кирилла Мефодия, святого Алексея, всех фестивалей, всех кинофестивалей Берлинского, Голливуда, самого лучшего в мире форума «Армия 2021», Алабина, парк «Патриот», Кубинка, авиасалона «Марк Жуковский», все высшие награды Владимиру Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путину, всех стран, всех континентов, России, Америки, Европы, Юга, Севера, Запада, Востока, Египта, Франции, Германии, Израиля. Все высшие награды Владимиру Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путину, Мишустину Михаилу Владимировичу, Владимиру Владимировне, Александру Михайловичу, Алексею Михайловичу, Михаилу Михайловичу Мишустину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Дмитрию Собянину, Беглову, Колокольцеву, Бортнику, Борисову. Сегодня господин Борисов, вице-премьер правительства, прекрасно поддержал выдающуюся инициативу Вместе Рахметлицких о выдвижении на пост президента России, на выборы президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина, предстоящую выдающуюся триумфальную победу на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина, поддержал Мантуров, Борисов, Шойгу, Герасимов, Антонов, Коношенков, замминистра обороны поддержал, руководители. Наш Россия, наш президент, руководители всех крупнейших военных авиапромышленного комплекса.